Пацан, отвечай! Отсечу... Человек остался человеком даже после конца света. Новый кровавый снятый, снятый и правый, мама ждет рабочий народ. Новый кровавый, святой и правый, мама ждет рабочий народ. Они продвинулись и шагу вперед. Атака, контратака. Атака, контратака. Остаем на месте. Потому что нас ослабляют каждый кадр. Русы и предатели. Но зачем умирать так глупо? Потому что нас бросают прямо на истекление. Почему на мосты? У нас там нет шансов. И ты и я знаем, что под мостом есть тайный ход. Почему нам не приказывают идти через него? Мы бы зашли к фашистам в тыл и... Все-таки стоит пройти.
товарищи, не слышали, что тут вчера произошло? Я тут был. Нечего. Внимание! Противник рядом! Что тут вчера произошло? Я тут был. Мне чуть башку не оторвало. Кошмар до конца жизни будет сниться. То есть, недолго. Я в госпитале по-любому провалялся. А что было? Фашистские ублюдки натравили на нас террористов смерти. Неужели кто-то за них готов подорваться? Да нет, конечно. У меня были руки связаны за спиной. Они просто бежали на нас. Субтитры сделал DimaTorzok.
Thank you.
У вас нет больше прав и продовольствия. Ваши командиры и партии. Коммунистическая диктатура лишила всех человеческих прав. И сейчас они используют вам Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени.